Привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп и видеообзор УКБ-2 для надувной лодки ПВХ. Предназначен он для установки спиннинга на систему крепления электрод. Легко устанавливается, передвигается вдоль борта лодки и фиксирует спиннинг в нужном вам месте. Размеры у нас получается 13 на 12 сантиметров, толщина у нас 58 миллиметров, трубка пластиковая 40 миллиметров, выполнено все из влагостойкой из фанеры, выполнено все из ламинированной фанеры, торцы пройдены влагоотталкивающим составом. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наш канал, рекомендую.